Ну что же, друзья, здравствуйте. И свершилось то, о чем долго мечталось и о чем много говорилось. Свершилось. Вот вы видите у меня на экране инструкцию по участию в программе. Да, вот тут прям так и написано по-английски. И здесь вот есть URL. Я специально его скопировал в Notepad, чтобы вам было лучше видно. Вот я в описании к видео тоже дам эту ссылочку. Это правило, да, как участвовать, как происходит участие. Правила переработаны по сравнению с прошлым годом. И, соответственно, надо изучать. И самое главное, что я хочу сказать, еще раз, может быть, повторить, потому что я это всегда говорю. Мы отправляемся на форум, говорим про US. Тут у нас есть вот тема, она... Сейчас на первую страничку пойдем. Вот эта тема, она называется... Лотерея DV-2015 состоится. Прием заявок с 1 октября по 2 ноября 2013 года. Вот, читаем эту тему. Здесь запрещено флудить. Здесь очень симпатичный, грамотный и, ну, во всех отношениях классный модератор. Поэтому свинячить не надо. Читайте, вчитывайтесь, задавайте вопросы. В общем, началось. С 1 октября будет... Начнется прием заявок, поэтому есть еще какое-то время, чтобы правила изучить, все понять. Будет много дискуссий там про фотографии, про образование. Про образование, кстати, отдельная тема есть. Из этой темы вынесли разговоры про образование. То есть, ребята, у вас есть ресурс, равного которому нет. И даже приближающегося к которому нет. Поэтому вот мой призыв и поздравляю всех, кто ждал этого дня, кто хочет принять участие в лотерее Green Card в 2015 году. Спасибо и успехов!